Так, ну здравствуйте. Нас немного, поэтому вопрос приветствуется. Значит, ну будем надеяться, что те, кто не пришел, посмотрят записи. Значит, мы сейчас с вами что попытаемся разобрать? Я назвал этот семинар «Конкурентная разведка». Ну, значит, кто на закупках был, тот более или менее понимает, о чем идет речь. Значит, когда речь идет о олигополистическом рынке, в общем-то, одни компании за другими следят очень и очень плотно. Да, всегда очень тщательно контролируют, какие конкретно действия эти компании предпринимают, в том числе и по ценам. То есть вот сравнение ценовых дел – это очень востребованный момент на этом рынке. Значит, какие есть возможности у 1С управления торговлей для того, чтобы реализовать этот функционал? Ну, давайте посмотрим с вами. Значит, в разделе CRM и маркетинг мы попробуем сейчас включить. Сейчас. Где-то у нас это было. Значит, вот. У нас здесь есть конкурентная разведка. Ну, давайте мы с вами это включим. Вот. И, значит, посмотрим, как выглядит теперь наш справочник партнеров. Ну, собственно говоря, нам уже CRM-маркетинг, справочник партнеров тоже становится доступным, но уже под именем конкурентов. Я думаю, что вы помните о том, что и в продажах, и в закупках мы везде видим один и тот же справочник, он может называться по-разному, партнеры, клиенты, поставщики, но по сути дела это один и тот же справочник. Я сейчас введу новую компанию, она будет у меня называться «Конкурент 1». Ну, «Контрагент» не обязательно, я уж по привычке его создам. И основное отличие – тип отношений. Тип отношений у нас конкурент. Счет нам не потребуется. И создам конкурента 2. Конкурент. Так, вот у нас. Нет, у нас сейчас выполнение задания не предполагается. То есть вы. Давайте я погашу свет, вы следите за тем, что происходит. Там есть какие-то ключевые моменты. Хорошо, в принципе, дальше потом будет доступно. Я понял. Вот. То есть это как демонстрация работает, потому что иначе это уже полноценное занятие получится по длине. Так, значит, конкурентов мы с вами создали, и давайте мы теперь создадим товары, которые, собственно, мы будем контролировать. Ну, у нас здесь база уже более или менее заполнена, какие-то номенклатурные позиции у нас есть. Давайте. Мы будем использовать вид номенклатуры техника как самый простейший. И я создам для контроля три товара. Ну, я их и назову товар 1, товар 2, товар 3. Товар 1. Артикул. Значит, артикул будет вот такой. Какой динамик мы поставили? Копируем, значит, товар 2. Ничего. Это эти динамики. Да. Почему ты не говоришь? Так у него щелкает.
Да, смотри. А, тут готов. Выбери. Посмотри, что там есть. Товар. Булки. Так, ну вот. LG точно нет. И... Так, мы сейчас сделали. Выбери первый. Что нам теперь надо сделать? Перед нами стоит задача. Как-то зафиксировать те цены, которые мы видим конкуренту. Что мы для этого можем сделать? Ну, вообще-то говоря, у нас здесь есть обработка, которая в разделе CRM маркетинг, обработка, которая так и называется. Цены конкурентов транс-систем. По своему механизму это те же самые цены поставщиков прайс-листы. На самом деле, вот здесь это не совсем видно. Это не есть. Так, микрофон я сейчас всем заложу. А? Ага. Так. Где микрофон? Это микрофон есть, там дальше. Вот так. Значит, надеюсь, теперь нормально. Так, значит, по сути дела, это та же самая обработка, потому что, ну, на самом деле, вот изначальное определение конкурента, которое так, сейчас, дает 1С, так, а где это сейчас, секунду. Так, значит, если есть вопросы, вы пишите их в чат, пожалуйста. Да. Так, значит, изначальное определение 1С, что такое конкурент, это поставщик, цены которого доступны нашим клиентам. То есть, по сути дела, вот, с точки зрения программы, конкурент – это подвид поставщика. Вот. Ну, давайте, значит, посмотрим. В принципе… Что мы должны здесь сделать? Выбрать конкурента, сформировать прайс-лист, в котором так, ну, давайте добавим товары, товар один. Так, товар два и товар три. Так. Вот. И, в принципе, этого вполне достаточно. Так, виды цен. Да, значит, у нас, к сожалению, цены еще не зарегистрированы под конкуренту. Давайте добавим нам цену. Будет она у нас включать индекс. И называться она будет цена конкурента 1. Так. Значит, давайте написать и закрыть. И мы с вами можем установить цену конкурента. Программа у нас будет эту цену фиксировать. Но вот тут уже появляется несколько такая безрадостная вещь. Дело в том, что регистрировать цены вот подобным образом можно, если речь идет о работе с поставщиком. То есть там как бы работа предполагается относительно небольшая и более осмысленная. То есть мы вводим цены, которые потом будем использовать в документах. А здесь чисто справочно руками цены набивать. Ну, как-то не хочется это делать. Вот. Мы, конечно, можем сделать что? Мы можем загрузить из внешнего файла это все. Но вот здесь есть одно важное ограничение. Значит, как правило, у наших конкурентов, да, в общем-то, у наших поставщиков и у клиентов, номенклатура находится немножко под другим названием. Да? И нам надо бы сделать так, чтобы у нас нормально
определялась номенклатура, которую использует наш конкурент. Ну и для этого в программе предусмотрен механизм, который называется цены поставщиков. Ну, давайте я их включу. Значит, номенклатура, дополнительная информация. Я включаю номенклатуру поставщиков. Так. Вот, значит, смотрите, у нас здесь написано как товар 1, товар 2, товар 3, в одно слово. Давайте предположим, сейчас я пойду в номенклатуру, товар 1, сейчас посмотрим. Дает, по-моему, в этой версии нет. Только через прайс-листы. Не совсем корректно так будет делать. Так, перейти. Прайс-листы поставщиков. Нет. Так, давайте прям тогда, наверное, здесь это сделаем. Значит, давайте прямо здесь это сделаем. Значит, для поставщика 1, номенклатуру поставщика зарегистрируем. Сейчас еще раз посмотрим. Вот это убрали, к сожалению, вот эти вот цены. Тогда попробуем сделать проще. Вот, значит, убрали в этот справочник. Значит, переходим на номенклатуру поставщика. И, значит, создаем. Значит, наша номенклатура товар 1 у поставщика будет называться вот так вот. Товар, черточка 1. Ну, чтобы особо не мудрить. Давай. Значит, товар 2 будет, соответственно, называться товар 2. И товар 3 это будет товар 3. Значит, для конкурента 2 то же самое делаем. Тут делаем вот так вот. Товар, подчеркивание 1. Товар, подчеркивание 2. И товар, подчеркивание 3. Значит, что это нам дает? Ну, как правило, нам, если уж удается как-то
получить чей-то прайс-лист. Ну, чаще всего, конечно, это формат Excel, возможно, вордовская табличка. Давайте сейчас. У меня Excel откроется. Ну и что-то вот такое у нас должно получиться. Значит, у нас товар, цена, товар один. Товар один, товар два, товар три. Значит, это цена какая-то. 100, 200, 300. Соответственно, у нас, ну, я не буду делать отдельным файлом, есть еще цены по второму нашему конкуренту, тоже в Excel-ской табличке. Она будет вот так вот выглядеть. Ну, вот, в общем-то, все. Значит, есть. Давайте посмотрим, что у нас получится в итоге, если мы будем использовать программу. Значит, это закрываем, возвращаемся к ценам конкурентов. Выбираем конкурента 1 и пытаемся загрузить из внешнего файла. Копипастом, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, давайте попробуем. Нажимаем «Далее». И, как вы видите, у нас этот товар нормально опознался. Цены проставились. Далее. Зарегистрировать все цены. Готово. Значит, специфического отчета, как вы видите, нету, но в принципе мы можем здесь использовать те самые отчеты, которые у нас есть для поставщика. Они должны нам показать эти данные. Давайте мы посмотрим с вами по номенклатуре товар 1. Мы можем вот так сделать. Сейчас посмотрим, фильтр покажет нам. Да. Соответственно, мы видим, что цена у нас благополучно зарегистрировалась. Так, есть. Сейчас посмотрим. Ага. Получится. Значит, давайте зарегистрируем цену второго конкурента. Конкурент 2. Сформировать. Товары те же самые, колонки прайс-листа. Ну, давайте наименование у нас будет цены поставщика. Цены конкурента 2. Записать и закрыть. Цены у нас есть. Загрузить из внешнего файла. Загружаем. Пробуем. Опозналось нормально. Регистрируем. И давайте посмотрим, есть ли у нас возможность сравнения. Идем в закупки, отчеты по закупкам. Нас будет интересовать отчет условия закупок. И здесь у нас как? Мы можем, во-первых, в
Второго добавить, ну, тут только выбор, но через настройки можно выбрать обоих поставщиков. Но мы можем сделать по-другому. Мы можем построить отчет с галочкой, показывать цены, доступные для продажи клиентам. В принципе, нам этого будет, я думаю, достаточно. Так, доступное, доступное. Нет, вывалилось все. Значит, давайте тогда через фильтр это сделаем. Так, расширенный фильтр, партнер. Так, что тут тоже только там сделали. Так, нет, вот так вот сделаем. Тут есть отборы. Поставщик в списке. Значит, в списке конкурента 1, и я еще добавлю конкурента 2. Так. Все. Ну, как вы видите, у нас есть возможность сравнения цен, и мы даже с помощью световой индикации можем увидеть, какие цены лучше, какие хуже, то есть оптимальные цены нам программа показывает. Ну, давайте теперь мы посмотрим, вот помимо сводного отчета, ну, это уже, скажем, полезно, мы можем посмотреть аналоги для цен, но мы можем еще посмотреть, что мы можем еще попробовать с вами. Давайте мы будем сохранять. Мы можем с вами попробовать использовать данные, которые мы сейчас ввели в программу, в ценообразовании. Ну, например, мы можем с вами сейчас попытаться установить наши цены отпускные как минимальные цены поставщиков. То есть, по идее, мы зарегистрировали минимальные цены конкурентов. Мы зарегистрировали цены по нескольким конкурентам. А сейчас нам надо, чтобы программа все эти цены посмотрела и от каждого поставщика взяла, от каждого конкурента взяла минимальную цену. И отталкиваясь от этого, установила цены наши. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Значит, для этого нам надо будет создать новый вид цен. Это будет цена рыночная, мы ее назовем. Рыночная цена. Значит, с НДС использовать при продаже клиентам. Ну и здесь давайте мы включим полные возможности. И мы с вами возьмем произвольный запрос к данным информационной базы. Ну, и мы видим, что здесь есть вот такой вот вариант. Минимальная цена конкурентов. А вот, ну вот, значит, давайте мы эту цену запишем. И попробуем провести ценообразование. CRM и маркетинг, цена прайс-лист. Так. Давайте берем направленную номенклатуру. Товар 1. Товар 2. Товар 3. Вот это вот. Колонки прайс-листа у нас будет только рыночные. Так, ну пробуем. Рассчитать вычисляемое. Ну, как видите, она эти самые минимальные цены определила и установила, как наши продажи. Применить изменённые цены. Все. Эта цена теперь у нас есть в прайс-листе. Правда, товара там нет, поэтому я боюсь, что прайс-лист нам ничего не покажет. Вот, если мы в отчете это посмотрим. Но, тем не менее, зарегистрирована цена присутствует. Ну вот, примерно такой функционал.
Кате есть вопрос? Андрей Юрьевич, а здесь также можно, да, то есть из Excel загрузить? Даже как мы же сравниваем, я так понимаю, в данной ситуации наши прайс-листы, прайс-листы конкурентов. То есть если отталкиваться от того, что у нас на руках есть все прайс-листы, то есть которые мы хотим сравнить, то есть мы можем здесь как бы загрузить прайс-лист, правильно? То есть для сравнения. В смысле, чтобы... вот именно здесь? Да. Вот сопоставление собственных цен и цен конкурентов, это, конечно, вопрос хороший. Вот, я не припомню, чтобы у нас был аналогичный отчет, сейчас я посмотрю. И просто в данной ситуации, то есть, как вы же добавили именно выборочные три товара, если у нас их больше. Нет, это просто разные справочники. Цены поставщиков конкурентов и цены отпускные – это немножечко различные варианты. Различные справочники, поэтому сравнить, я боюсь, без доработки уже не получится. Я говорю, я просто не помню такого отчета, чтобы он у нас был. Я сейчас проверю, но я пока не вижу. Вот тут вот опять-таки условия закупок – это сравнение условий закупок. Вот, на самом деле у нас был какой вариант? Сейчас я посмотрю. Так, вопросы вижу, сейчас отвечу. Значит, у нас, я помню, был здесь контекстный отчет, анализ цен. Вот, здесь есть. То есть, в принципе, мы можем, ну, можем сейчас попробовать купить что-то, продать и посмотреть, какие цены есть у конкурентов. Значит, тут сейчас ничего не показывается. Так, значит, так, каким образом мы задали, что наши цены это минимум? Вот смотрите, у нас в ценообразовании, когда мы его задаем, у нас есть вариант, способ задания цены, в полных возможностях, естественно. У нас есть вариант, произвольный запрос к данным информационной базы. В принципе, если вы представляете себе схему компоновки данных, вы можете вот этот запрос к информационной базе построить самостоятельно, исходя из ваших пожеланий. Но вы можете оттолкнуться от имеющихся схем, которые вам дали изначально. Вот в числе этих цен есть возможность оттолкнуться от минимальных цен конкурентов, средних или максимальных цен конкурентов. Вот, в общем-то, поскольку я задал схему минимальной цены конкурентов, соответствующим образом у меня ценообразование прошло. Так, какой еще вопрос есть? Так, ну чего, у нас, в общем-то, достаточно простенький сегодня был семинар, достаточно простенький вопрос разбирался. Значит, надеюсь, что показал все-таки что-то вам интересное. Значит, вот этот вот подход, это часть того, что будет у нас разбираться в курсе управления торговлей, коммерции и маркетинга. Вот в этом курсе мы разбираем все продвинутые схемы управления коммерческой деятельностью, то есть там и посреднические операции, и
комиссия, и CRM, ну, короче говоря, там розницы и категорийного менеджмента нету, это отдельный курс, а вся прочая коммерция и маркетинг там будет присутствовать, включая там взаимодействие стилок, вот это вот все мы будем прорабатывать. Соответственно, буду рад, если вы придете на этот курс либо ко мне, либо к моей коллеге. Если вопросов нет, ну, спасибо за внимание.